Несмотря на инновационную линейку Qtec, все же базовым на ближайшие годы, я в этом уверен, решением для термостатизации систем радиаторного отопления будет оставаться вентили серии А и вентили серии АВ9. Вентили серии АВ9, как ясно из названия, предполагает 9 базовых значений предварительной настройки и рассчитаны для применения в двухтрубных системах радиаторного отопления. Но в отличие от предыдущего поколения вентилей серии АВ6, они позволяют также устанавливать промежуточные значения преднастроек. В сумме это дает нам 17 значений преднастройки, что примерно в 3 раза больше, чем у предыдущего вентиля серии АВ6. Естественно, мы можем смело заявлять, что вентиль серии АВ9 является вентилем тонкой настройки, по крайней мере по сравнению с вентилем серии АВ6, и позволяет нам настроить систему радиаторного отопления максимально точно с применением данного технического решения. Установка значения преднастройки, задающей значение пропускной способности вентиля, выбирается путем выбора соответствующего значения преднастройки, который соответствует калиброванной прямоугольной форме отверстия соответствующим номером. Для понимания, вы видите на экране развертку цилиндрической поверхности вентильной вставки, которая позволяет понять, как геометрически устроен вентиль серии АВ9. Если мы говорим о пропускной способности при пропорциональном отклонении 2К, то есть о термостате вентиля с установленной термоголовкой, тарированной на зону пропорционального регулирования 2 Кельвина, то на данный слайд позволит вам понять, на какие тепловые нагрузки рассчитан данный вентиль и какие значения преднастроек соответствуют тому или иному диапазону значений КВ.